Помощь и поддержка учащихся вспомогательной школы – всегда важное и доброе начинание. Сюда по возможности приезжают с подарками спонсоры и неравнодушные к воспитанникам учреждения люди. Очередной проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству благотворительного фонда «Parimatch Foundation» и Брестской первичной организации общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Центральный офис предложил нам еще в мае месяце поучаствовать в конкурсе на написание заявки и получение гранта именно на развитие спортивного направления нашей работы. Мы очень рады, что наша заявка понравилась фонду Parimatch Foundation. Они откликнулись. Поскольку члены нашей организации до 18 лет, а Parimatch работает именно с детьми до 18 лет, члены организации являются учениками этой школы в большинстве своем. Поэтому в тесном сотрудничестве со вспомогательной школой мы решили провести открытие нашей новой акции, которую мы назвали «Новая дорога». Подарки получились в двух категориях. 5 ребят получили сертификаты на годовое обучение плаванию в стенах Дворца водных видов спорта. 2 раза в неделю теперь они будут работать с инструктором по индивидуальной программе. Мы предоставляем гранты длительности на 1 год, чтобы они могли полноценно развиваться, заниматься с тренером, плавать, чтобы это помогало им развиваться в спорте, чтобы это помогало им, возможно, как-то социализироваться в жизни, чтобы у них было какое-то постоянное занятие, которое помогало бы им потом тоже в каких-то жизненно важных навыках, возможно. Занятия у ребят будут 2 раза в неделю. Сделали это мини-группа, буквально 5 детей в группе. Тренер с ними индивидуально будет заниматься и стараться найти индивидуальный подход каждому для ребенка. Кроме сертификатов, учащихся ожидал еще сюрприз – палки для занятий скандинавской ходьбой, что актуально в любое время года. Большим ярким завершением праздника стала Спортландия. Ребята смогли показать, насколько они ловкие и быстрые. Азартные испытания поддерживала группа болельщиков на трибунах, так что без приятных эмоций не остался ни один участник мероприятия.